Шестерка новейших истребителей Объединенного конструкторского бюро Сухого проходит над взлетной полосой единым строем и сразу же разделяется. Су-35 и Су-34 идут прежним курсом, четверка Су-57 с левым креном и набором высоты уходит в сторону. Вот пара Су-57 делает мертвую петлю. А это уже колокол. В верхней точке скорость 0, после чего самолет опускает нос к земле и начинает ускоряться. Летчик может отвлекаться на самую основную свою задачу – это поражение цели. И в это время самолет не допустит выхода, потери управляемости, устойчивости. За полетами с земли наблюдают сразу два верховных главнокомандующих – российскими вооруженными силами Владимир Путин и турецкими Реджеп Тайип Эрдоган. Гости при первой же возможности постарались рассмотреть Су-57 поближе. Сергей Кужгетович, позовите, пожалуйста. И коллегу возьми с собой. У гостей совсем не праздный интерес. С партнерами по НАТО диалог не клеится. Америка не хочет поставлять свои F-35 в наказание за то, что Анкара покупает у нас комплексы С-400. А тут вот новый русский истребитель. Эрдоган спрашивает у Путина, летает ли эта машина, можно ли ее купить? Путин отвечает, летает, можете купить. На авиасалоне «Макс» впервые широкой публике представлен многофункциональный авиационный комплекс Су-57. К нему даже можно подойти и прикоснуться, и в деталях разглядеть. Ну и первое, что бросается в глаза, отличие от предыдущего поколения, вот Су-35. У него все вооружение находится на внешних подвесах под крылом. Здесь все вооружение в контейнерах. Чистое крыло. Можно подняться по трапу к кабине летчика. И также разглядеть ее, но вот снимать нельзя, потому что кабина секретная. На авиасалоне представлены 827 компаний из 33 стран, причем 640 фирм именно российские. Целый павильон отведен под продукцию корпорации «Росэлектроника». Стенд комплексной системы безопасности для аэропортов. Производство полностью российское. Это решение стоит уже на крупнейших российских аэропортах. На некоторых международных аэропортах, в том числе, которые хвастаются своей там безопасностью. А это катапультируемое кресло и высотный костюм для летчиков Су-57 и Су-35. Новейшие разработки научно-производственного предприятия имени академика Северина. Это опытные образцы. Шлем легче серийного, гораздо легче. А что за материал? Но это отечественные композитные материалы. Представительский четырехколесный «Аурус Сенат» поделился с винтокрылой машиной своим комфортом. Получился «Ансат Аурус». Это 8 миллионов долларов, но с учетом того, что машину дадим в подарок. Хорошо, согласились. Стенд с люксовой версией «Ансата» – один из самых популярных на «Максе». Мы видим сейчас как раз делегация военных из Юго-Восточной Азии. Они интересуются. Для них, если что, сможете поставлять? Конечно, у нас нет ограничений в этой части. Машина гражданская, поэтому мы только будем приветствовать и будем рады таким поставкам. В этом году вообще много вертолетов. Это еще и многоцелевой К-62, десантно-транспортный Ми-38. Вот он в небе над Жуковским. Но, безусловно, главной премьерой московского авиасалона наравне с Су-57 стал гражданский лайнер МС-21-300, среднемагистральный. Когда многотонный пассажирский самолет, казалось бы, совершенно для этого не предназначенный, выполняет такие маневры в воздухе, это завораживает. Пролет на минимальной скорости с креном под 65 градусов и переход из набора в снижение. Мы планируем выйти к 2025 году на темп производства 70 самолетов в год на заводе в Иркутске. Сейчас уже, вы, кстати, спрашивали про серийное производство. Уже произведено 4 самолета для летных испытаний. 5-й самолет мы сдаем еще в течение 2 месяца. Помимо композитного крыла, у МС-21 много других преимуществ. Самое главное – пассажирский салон. Он заметно шире. Это стандартная компоновка эконом-класса. Но даже здесь в проходе можно легко разминуться с бортпроводником, когда он раздает питание. Кресло заметно шире, чем у того же «Боинга», на 4 сантиметра. Ну, а иллюминатор так просто огромный. На первых образцах стоят американские двигатели. Но начиная с 5-го экземпляра будут ставить наши новые ПД-14. В рамках твердых контрактов уже заказано 175 самолетов. Здесь же можно заглянуть и в ближайшее будущее, лет так на 10 вперед. На авиасалоне представлен макет совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR-929. Можно зайти в кабину пилотов и сесть, например, в командирское кресло. Естественно,
Полностью стеклянная кабина. Путин с Эрдоганом в широкофюзеляжный тоже заглянули. Авиакомпания хочет на небольшие расстояния перевозить людей. А вот еще один перспективный проект. Сверхзвуковой бизнес-джет. Скорость под 1800 км в час. Похоже, он впечатлил всю турецкую делегацию. У нас летает боевой самолет. Ракетоносец 160. Носитель ядерного оружия. Ну, продвинутая пассажирская версия. Мы предполагаем, что место пассажира будет стоить на 20% всего выше, нежели чем в обычном бизнес-классе. Если все получится, то значит, у сверхзвуковой гражданской авиации есть будущее. И это будущее под российским брендом. Ну а военно-техническое сотрудничество с Анкарой было закреплено прямо в день открытия новой поставкой систем противовоздушной обороны С-400, о чем Путин сообщил, когда угощал своих гостей мороженым. Сегодня еще одна поставка. Давайте ванилью тоже. МАКС-2019 продвигает российские технологии. Дмитрий Петров, Алексей Карпухин, Андрей Соколов и Александр Иванков. Вести недели.